Всем большой привет! Очень много запросов в последнее время поступает. Девочки просят, мальчики даже просили показать мои запасы. Честно, совсем не хотела я этого делать, потому что мои запасы мною не контролируются. Мне очень много присылают посылок, много подарков, и запасы, естественно, растут, и их больше, чем я могу потратить. Я очень-очень благодарна всем девочкам, мальчикам, кто меня балует. Благодаря вам я могу тестировать новые продукты, но тем не менее запасов стало много. Я сама, как вот любитель косметики уходовой, для меня смотреть запасы — это такое наслаждение, удовольствие. Если я вижу длинный ролик с запасами, я наливаю чай, кофе, беру там в конце концов семечки и сижу, щелкаю и наслаждаюсь. Те, кто не понимает, как можно иметь 2 шампуня и 3 в запасах и что-то больше этого, то вам будет неинтересно. Если для вас достаточно минимум, то этот ролик не для вас. Я этот ролик буду снимать для тех, кто запрашивал, те, кто просил. Поэтому комментарии типа «Зачем тебе столько?», «Куда ты это денешь?», «Срок годности испортится?» Комментировать мне так не надо. Я разумный человек, я понимаю, и сроки годности я вижу. Вот, поэтому запасайтесь терпением, потому что ролик будет длинный. Чаем, кофе, кому необходимо, валерьянкой, если вы решили смотреть то, что вам не интересно. Ну и давайте я буду показывать, потому что будет действительно ролик слишком длинным. Когда у меня было немного запасов, я купила от чистой линии несколько шампуней. Осталось у меня много укрепляющих. И вот объемы силы. Нет, наверное, объемы силы у меня больше. Но давайте я буду быстро показывать, потому что запасы реально большие, и у меня этого всего много. Мы с вами как раз их переберем. Еще один объем и силы. И кое-что я раздам на подарки. Ну, по крайней мере, на подарки я буду дарить то, что я сама лично покупала. И мне совесть позволит подарить. А то, что дарили мне, это я все буду пользоваться сама. Фитобаня — классный шампунь. Я его очень хотела попробовать, и он у меня есть. К Фитобане у меня 2 бальзама. Девчонки, я не буду сейчас говорить, кто мне что прислал, потому что тут 10% мною куплено, остальное все подарки. Поэтому так вот, Фитобаня. И еще один бальзам, тоже подарок, березовый. Вот такой классный. У меня был в свое время и шампунь такой. Очень мне понравился аромат. Я люблю, ну, уже много раз говорила, все травяные ароматы. Укрепляющий бальзам для волос. Укрепляющий еще один. Это бальзамы-ополаскиватели. И объемы силы один. Единственное, что плохо в этих вот упаковках, они вот не закрываются, то есть они открываются. Очень люблю масла смывать чистой линией. И еще один шампунь я вам покажу, тоже березовый. Не шампунь, а бальзам. Покупала в фикс-прайсе. Удивительная серия Агафьи. Тоже, когда вот по-быстрому вымыть голову, и вдруг у меня, например, к шампуню закончился бальзам, этот у меня идет вот такой как бензешный. От Faberlic есть вот такая парочка от Этна Ботаника. Это блеск и шелковистость. И сейчас в использовании тоже и эти начатые, и вот эти начатые. То есть уже тратим. Укрепление от корней до кончиков. Тоже тут уже они легенькие. Вот. Вот это вот укрепление от корней до кончиков нравится моей маме. Также есть от Faberlic шампунь для интенсивного увлажнения волос. У меня есть и маска, я позднее ее покажу. Он очень жирнит волосы, но увлажняет классно. Поэтому вот как Иринка Манинья, Иричана, кажется так, да? Ириш, твой ник, сказала, что очень хорошо комплексом. То есть вот как бы пролечил волосы, увлажнил, и потом вы спокойненько уже можете переходить к другим продуктам. Так, у меня вот остался еще от 100 рецептов красоты домашнее ламинирование. У меня было 2 таких. Один истратил, вот второй остался.
Вообще, вот это у меня кино будет многосерийным, целый сериал, поэтому это первая только серия. Вообще, благодаря подаркам я стала хозяйкой мыльной горы. Вот есть медной горы, а я мыльной горы, потому что вы потом увидите, что гора действительно у меня огромная мыльная. И бальзам для волос, домашнее ламинирование. Волосы мои, по крайней мере, очень хорошо блестели. Шампунь обычный, а вот бальзам, ну вот, блеск давал. Дальше. Как-то покупала вот такой, он тоже у нас начатый, используем. Супер очищение, он идет для очень жирных, быстро загрязняющихся волос, но он подсушивает кожу головы. Вот. Я к нему, у меня не было бальзама, и в фикс-прайсе как-то увидела вот такой объемный бальзам и решила, что он очень подходит, то есть форма бутылки. Да, в одну сторону загибается, это в другую. И вот этот очень вкусно пахнет моим любимым апельсином. Обожаю аромат апельсина, а вот он пахнет апельсином. Дальше. Наверное, покажу вам вот такие шампуни от с кондиционерами от Faberlic. Вот. Это у меня мама любит вот эту вот серию для жирных и нормальных волос. Сейчас она от нее немножко отдыхает. Но вот осталось еще два шампуня, два бальзама. Далее. Тоже у меня от Avon, от Avon Technics. Вот такой шампунь и бальзам. Или это кондиционер? Нет, бальзам-кондиционер. Это для волос. В отличие от бальзама-ополаскивателя, кондиционер хорош тем, что волосы не магнитятся. Таких у меня две пары. Это был Вейвен, какая-то вот акция выгодная. И взяла. Ну, тоже такие вещи хороши на подарок. Далее. В фикс-прайсе брала вот такой шампунь. И к нему бальзам. Не знаю, хороши или нет. Девочки, кто-то ругал, кто-то говорил обычные. Ну, посмотрим. Дальше. От Avon тоже вот такой шампунь-ополаскиватель. Два в одном. Это грейпфрут и маракуйя. Мой любимый грейпфрут. Ну, вообще, цитрусы меня пробило. Кто помнит, в том году меня... Ну, побольше, чем в том году. Года полтора назад. Я дико хотела ландыша. Вот прямо, ну так мне ландыши надо было. И девчонки мне даже Жануля присылала ландыши. Я прямо наслаждалась. Потом у меня был бум просто. Я хотела макадамию сладкую. Ну, сейчас пока цитрус. Но я думаю, скоро меня на сладость пробьет. Ну, цитрусы это все мое. Еще вот такая вот тройка. Она у меня пока отставлена, но вообще классный. И шампунь с маслами, кондиционер, по-моему, он не смываемый, я уж не помню. Нет, тщательно смыть, смываемый, этот смываемый и вот такое масло. Масло использую, его уже вот столько, я его и до мытья волос, и после мытья волос. Использую его очень хорошо даже в кондиционер смешивать и наносить на какое-то время. Вообще вот эта пара классная-прекласная. Мне даже жалко тратить. Так, вот такая вот у меня еще. Мне как-то подарили шампунь укрепление с корой дуба и крапивой. Ну, я ее буду использовать маски смывать, масла смывать. Вот так. Такая простая. Совсем-совсем недавно приехала ко мне вот такой бальзам для волос, термозащита и блеск. Обожаю термозащиту. Вот такая вот прелесть, 150 мл. Еще не использовала, вот у меня стоит и радует. Так, второй контейнер у нас закончился. Сейчас перейдем к третьему. Вот такая вот большая-пребольшая от Шаума. Не смогла пройти мимо, отгадайте почему. Не знаю, вам видно или нет. Но тут написано, что с экстрактом грейпфрута и авокадо. Ну, я когда прочитала, что это вот грейпфрут, ну, конечно, мне надо было сразу взять. В запасах
еще у меня, я люблю мою планету, а ты Фраши, я его очень люблю. Девчонки мне уже третий присылают. Вообще супер, хороший очень шампунь. Люблю, нежной любовью люблю. Прям полюбила. Далее. Так. От Avon, Advan Technics. С кератином еще есть старый. В старом оформлении. У меня в новом тоже есть, но сейчас отложено. Некоторые средства уже на подарок стоят. Я не буду уже из коробок доставать. Они уедут. Вот. Есть еще у меня новенькие вот такие сияния день за днем. Не могла не взять, когда они в фокусе вышли в Avon новинка. Вот взяла шампунь и тоже бальзам. Кстати, бальзам несмываемый, кондиционер несмываемый. Дальше еще от Faberlic Bio Arctica. Сейчас я вам покажу шампунь для сухих и бальзам-кондиционер для сухих волос. Надеюсь, мы с вами уместимся на столе. Шампунь для поврежденных и бальзам-кондиционер для поврежденных. Ну и последнее. Шампунь объем для тонких волос и ослабленных. И вот бальзам такой же для тонких и ослабленных. Ну вот этих у нас много. Мама покупала, я покупала. Ну а потом появились подарки. Так, еще хочу один показать шампунь. Секреты лучших здравниц СССР. Вот такой подарок ко мне приехал. Если честно, настолько позитивная упаковка, что мне просто жалко использовать. Еще покажу, маска будет такая. Вот. Дальше. И у меня от Advan Technics есть еще вот такой BB 10 в одном. Шампунь, ополаскиватель. И, по-моему, несмываемый вот такой кондиционер. Или опять путаю. По-моему, несмываемый. Ну, я не буду задерживать ролик сейчас читать. Там в тубе. Тоже была какая-то выгодная акция. Я взяла. Из запасов вот каких-то спреев, масел. У меня вот фитоукрепление в запасе есть. И вот новинка вот к этим. Вот к этой вот паре. Еще и спрей. Сияние день за днем. Не спрей, а сыворотка. Сыворотка, она у меня в запасе. Так, третья корзинка тоже у нас с вами закончилась. Ой, мамочки, все упало. Вот так вот. Зря я корзинку сюда попыталась положить. Ну ладно. Давайте я сразу покажу то, чем я сейчас еще пользуюсь. Это вот мне только-только подарили, девчонки. Вот такой густой увлажняющий шампунь для волос. Имбирная корона. Он такой классный, прям он тянется. Я не буду сейчас руками, но видно, вот он прямо тянется. Очень вкусный аромат. Увлажняющий бальзам для волос, имбирная корона, тоже очень вкусный аромат. Ну вот они сейчас упали, поэтому вот так на бок. Это я активно сейчас пользуюсь. И очень понравилась маска. Но она, не сказать, что она прямо бесподобная. Она мне все равно понравилась. Еще на один раз осталась. Аромат приятный такой, миндальный. И неплохо работает на волосах. А как тут развернуть, чтобы красота-то была? И давайте покажу сразу маски. Вот такая маска от Олин. Так. Я ее использую, она прямо огромная, 500 миллилитров. Вот эта маска отличная, вообще замечательная. Вот ее столько много. Она у меня в ходу. Я ей пользуюсь с огромнейшим удовольствием. Так, как вам с вами отъехать, чтобы было все видно. Наверное, вот так. Морошковая крем-маска для волос. Я ее добавляю с маслом. В общем, беру масла и добавляю. Перед мытьем головы могу даже на 3-4 часа сделать такую маску и посидеть, а потом смывать. Но я потом покажу масла. Так, из того, что я использую.
Вот, как я говорила, я люблю мою планету. Сейчас остановилась, потому что было очень интересно вот эту вот серию потестировать. Дальше. Всего один сухой шампунь у меня в запасах. Мне нужно, чтобы сухой шампунь был у меня всегда. И вот этим я пользуюсь сейчас. Но он... В нем очень много талька. И прям этот тальк на черных волосах виден. Поэтому крайне редко, уж если совсем необходимо, ну, в районе челки, когда, может быть, болею, не могу помыть голову, срочно надо, то использую. Ну, вот он для блондинок больше подходит. У мамы вот буквально на донышке уже вот эта вот пара против выпадения, укрепление волос и сокращает выпадение. Шампунь. Он дорогой, Faberlic, 150 мл, 250 рублей. И 100 мл маска. Она вообще считается разогревающая. Но вот, может, мама неправильно ее наносит. Она у нее уже почти закончилась, может, вот на полраза. Говорит, не разогревает, а кто-то говорит, греет. Ну, может быть, мама неправильно использует просто. Вот, скоро в пустых баночках будет. Также в использовании от Ultra Do шампунь и маска. Очень нравится, идет для поврежденных и секущихся и сухих волос. Классненькая. Маска вообще замечательная и вкусная на аромат. Прямо такая приятная. И очень позитивная сама упаковка. Прям настолько мне эти бочонки нравятся, они такие классненькие. Так, еще одну парочку. Вот прям буквально только-только привезли, мы уже поставили в использование. Не смогла я в запас, рука не поднялась положить. И сразу выложила пользоваться. Так, шампунь реанимация волос для восстановления сильно поврежденных волос. У меня мама сейчас, я говорю, много раз уже страдает. Она сразу поставила, но у меня тоже вот сейчас остановились немножко выпадение волос. Но... В любом случае, буду с огромным удовольствием пользоваться. Вот такая вот красота. И пахнет приятно, и очень красивая упаковка. Прям какое-то звездное небо. Настолько приятно смотреть и держать. Давайте еще покажу, что у меня есть из масок. И потом уже по средствам для волос по уходу. Очень много. Надо кому валерьянки? Уже можете принимать, потому что еще много. Вот эта вот штука, кому-то этот бальзам подходит. Этот бальзам несмываемый. Ну вот как-то он у меня и стоит, и стоит, и стоит. Никак я им... Ну вот видите, чуть-чуть тут опустела, но рука не тянется. Я больше смываемые люблю. Вот такая маска идет к шампуньке, вот к этой, вот к этому. Все время я шампунь обзываю девочкой. Вот, витаминная. Вот такая хорошая, ее маску хвалят. Вот. Надо будет добраться до нее. Далее. Ну, как я говорила, вот к этому шампуню маска. Тоже для сильно поврежденных. А, нет, для интенсивного увлажнения идет. Глубокая. Ай! Крышка осталась в руках. Гидратация. Глубокая гидратация. Возвращает волосам мягкость, блеск без утяжеления. Вот. Ну, жирнит. Девочки говорят, жирнит, но не страшно. Шампунь с бальзамом закончились. Маска еще у меня с маслом амла осталась в запасиках. Я ее пока не использовала. По-моему, я по каким-то баллам брала или по купонам. Ну, в общем, взяла, чтобы она была, потому что мне очень нравится вот эта маска от Faberlic. Также облепиховая маска есть от Сиберики, облепиха Сиберика. Она идет для сильно поврежденных волос. Я ее уже пользовалась, отложила, но буду дальше пользоваться. Очень нравится ее прям вид, такой классный. Ну, аромат насыщенный, кто любит яркий аромат облепихи, то вот вам понравится. Ну и цвет у нее такой прям позитивный, классный. Дальше очень люблю маску для волос «Непревзойденное питание». Она хорошая. Также есть у них еще с оливой от планеты Spa, от Avon. Тоже замечательная маска. Прямо рекомендую, советую.
От Планеты Спа тоже подарок. Русская баня. Ухаживающая маска для волос. Вот эти маски чем хороши, они запечатываются. И срок годности как бы не страдает. Ну и, по-моему, последняя маска. Это, как я вам показывала, шампунь «Секреты лучших здравниц СССР». Для тусклых и ослабленных волос. Вот такая маска. Так, давайте ее сюда. В одной из последних посылок приехали ко мне вот такие вот три малышки. Ну, чтобы девчонок не обижать, я уже всех не называю. То я одних буду называть, других нет. Девчонки, всем огромное спасибо. Вот на самом деле, кто мне что дарил, огромное спасибо. Благодаря вам вот у меня такое изобилие. Я вот вообще хочу сказать, что бьюти-канал, его не надо расценивать, как вот сидит девочка домашняя и что-то показывает свои запасы. Есть девчонки, которые просто, у них какой-то, знаете, бьюти-канал домашний, они показывают немного, у них им больше и не надо. Но когда канал, он рассчитан на то, что там постоянно будешь показывать уходовую косметику, будешь показывать запасы, покупки, то люди ожидают, что там будет много, и хочется прийти, и ну, глаза чтоб отдохнули. Поэтому то, что много, это даже хорошо. Вот, все получат наслаждение и удовольствие. Ну и последнее, что я вам покажу, это вот такой контейнер. Когда я показывала про свои волосы, мой уход за волосами, я его уже показывала. Вот то, что тут, открыто все. Я считаю, что такие средства лучше не использовать по одному. Пусть открыто будет все. Я что не съем, то понадкусываю. Вот все у меня здесь. Вот это отличный восстанавливающий комплекс для волос. У меня вторая уже, девочки прислали. В прошлый раз, вот я не помню для каких, но вот это для окрашенных и поврежденных. Ну, тоже были для поврежденных. И этот комплекс ампулы надо наносить прямо на корни волос. Не на хвост, не на концы, а именно на корни. И останавливает выпадение и защищает волосы. Вот такое вот средство. От домашних рецептов. 3 в 1, 8 ампул. Классная вот эта штука. Прям девчонки меня балуют. Эксперт. Экспресс-кондиционер. Его надо встряхивать. Он двухфазный. И использовать. Вот он у меня стоит. Что-то я не больно его люблю использовать. Тоже вот такой подарок. Сыворотка для секущихся кончиков. Ну, вы знаете, вот я сейчас использую вот эту сыворотку. Но это эликсир. Восстанавливающий эликсир. Вот я его использую уже полгода. И представляете, сколько я буду использовать вот такую сыворотку огромную. 200 миллилитров в ней. Она же только для секущихся кончиков. Хотя мне вот этой вот хватило на полгода. Вот это вот классная штука. Не жирнит волосы. Вообще просто замечательно. Вот осталось на несколько разиков. Экономная очень. Вот чуть-чуть наносишь на ладошку. И распределяешь по волосам. Я вот от середины, мою длину от середины до кончиков. Классно. Вот эта вот штука, она идет, давайте я вам скажу, сияние солнца. В общем, защита от солнца, спрей для волос. Я использую как термозащиту перед феном, потому что ну, на солнце сейчас осень. Вреда не принесет. Летом я бывало, что забываю, но вот как термозащиту использую. Еще у меня есть вот такое средство, оно тоже двухфазное, его надо встряхивать и наносить тоже для, ну, репейное масло против выпадения волос, тоже на корни. И еще у меня есть одно тоже на корни, это вот такой бальзам косметический, комбинат «Крымская роза», это косметика Крыма, тоже вот. Оно идет на корни. Давайте вот сюда поставлю. Что тут еще? Есть вот сыворотка для блеска от Avon. Это вот новенькая сыворотка. Мгновенное восстановление. Тоже новая сыворотка. Для волос. По всей длине можно наносить. Вот такая сыворотка. У меня тогда они все прямо разом закончились. И вот новые все поставила. Это не пластик, это стекло, что хорошо. Это для секущихся кончиков. Также у меня есть с маслом амлы эликсир. Тоже для кончиков волос классный.
и масла. Вот такое масло от Fructis Grenier. Я его уже много-много раз использовала на всю длину волос с, масла, с масками, без масок. И прям нескончаемое. Есть вот такие два масла. Они недорогие, но наношу на, также на всю длину волос вместе с масками. Так, чего еще? Вот такое у меня есть. Угу. От Schwarzkopf. Масло при умножении блеска. Тоже его можно и до мытья головы, и после мытья головы чуть-чуть. Тоже использую, но они прям бесконечные. Ну, еще такие запасы большие. От Avon два средства. Это абсолютная сила и фитоукрепление. Вот эти два средства я использую, когда сухие волосы надо расчесать. Вот их тогда. Сыворотка спрей для поврежденных волос с кератином. Не часто, но использую тоже. А это для блеска от Yves Rocher. Что-то у меня даже пылью покрылось. Это уксус. Вот. Дальше, что у меня тут еще? Вот такая еще есть с маслом амлы. Тоже для секущихся кончиков средства. Ну, сейчас я как-то вот бета добиваю. Ну, вот это масло замечательное, оно из Индии, это кокосовое масло, оно очень вкусно пахнет, вообще классное. И когда наносишь на волосы, прям вот чувствуется, что это масло жирненькое. Вот. И еще одно кокосовое покажу, уже оно вот такое, в баночке. Тоже это все подарки от девочек, девочки знают, сейчас узнают свои подарки. Классное. Очень классное средство, тоже по чуть-чуть. Но вот это средство, если честно, больше для лица используем. Оно прям в руках-то, если наносить. Сейчас, не знаю, попробую. В жару в холодильник клала. Потому что оно плыло. Ну вот видно масло прямо. Оно сразу тает. Муж у меня с удовольствием всю зиму прошлую на лицо после бритья наносил. Вообще классно. Ну и еще три средства покажу по-быстрому. Вот такое натуральное масло жирное с макадамией. Жожоба. Упругость и тонус везде написано. Натуральное тоже масло. И масло абрикосовых косточек от Спивак. Вот такое. Вот, вроде бы я вокруг себя показала все, кто выдержал до конца. Всем большое спасибо. Я думала, весь стол заставлю, но нет, видите, получилось так, что еще и место осталось. Но я постаралась друг на дружку. Это была первая серия моего 5-го сезона моих запасов. Но на самом деле шампуни, бальзамы, маски, этого у меня всего много. Гелей для душа будет тоже много. И, по-моему, у меня крема для рук, для тела много. Ну, увидите. Спасибо всем, кто был со мной. Надеюсь, комментарии будут адекватные, добрые. Ждите следующую часть. А я пошла это все убирать на место. Всем спасибо за внимание и всем пока.